Всех приветствую себя на канале. Продолжаем мы разбирать телевизоры. Сегодня у нас будет на разборке телевизор Quartz 306-1. Вчера мы разбирали телевизор, вот еще стоит у меня здесь. Я выставил Quartz 303. А сегодня будем 306, это дробь 1. Вот со вчерашнего у нас получается телевизора большой такой трансформатор TS-160. Я его не разбирал, оставил, пускай побудет. Меди в нем будет где-то, ну, я говорил, грамм 400, может так и будет. И вот три маленьких трансформатора таких. PL012, провод PL051. И еще надписи какие-то. Декабрь 1975 год. Трансформатор IP4.7. А4.730. Цена рубль 30 копеек. Это трансформаторы были. Ну, их тут три штучки такие. Трансформаторы. Рубль 40, вот получилось три малых трансформатора, один большой. И вот сам корпус телевизора, осталось на нем висеть конденсаторы, на плате конденсатор и катушка высоковольтная. Здесь кучка у нас вот пакетник, вот сейчас пакетника тут реостаты с динамиком. Вот реостаты, 4 штуки. И такая платка тройная. Здесь 3 платы. И вот кучка проводов небольшая. И с кинескопа. Это было с телевизора Quartz 303. Разбираем дальше Quartz 306. Вот кинескопчик. 303 кварца. Кварц 306. Достались они мне в таком виде, как есть. Много разваленные уже. Это алюминиевая крышка опять же. Внутри. Смотрим, что тут внутри. Возьму канистру с лампой. А внутри у нас тут стоят КМ-конденсаторы. Два такие же. 79-го года этот телевизор. Получается новейший немного. Тот 74-го. Здесь такая вот коробочка стоит. На том я ее уже снял. Там трансформатор небольшой. И здесь также трубчатые конденсаторы. Вот. Серебросодержащие. Вот катушка отбитая уже. Катушки немного меди. Ладно. А висит. Так, дальше что тут у нас? Трансформатор 1. Ага. Трансформатор тут 1. А там было 2 наружу. Стояло. Трансформатор маленький 1. Так, внутри у нас тут. Внутри у нас тут, короче, трындец. Большой трансформатор у нас спиленный, большого нету. Покупал я 4 телевизора, отдал около $10 за их, немного меньше. Получается, что в этом телевизоре то не особо и разгуляешься. Не стоит он то, что я за его и заплатил. Получается, один трансформатор вот стоит. И здесь видно ножки снутри. Еще один на 100 грамм. Ну и на кинескопе 200 грамм. Получается 100, 200, 300, 400 грамм. 400 грамм всего лишь меди будет.
400 грамм меди, так как внутри большого нету, то он пустой у нас. Ну, 400 грамм меди и все. Больше ничего. Потом получается 800-900, а тут 400. Ерунда. Конечно, не усмотрел большой трансформатор, что спиленный. Так бы дешевле за его заплатил, ну. Ничего. Как есть, так и есть. Не всегда угадаешь. Получается этот поновее немного. Но тут ничего такого. Ценного нету в нем. Так же, как и в том. Иди погуляй. Сейчас снимаем лампы. Снимаем лампы, чтобы не побить. Одной рукой неудобно. Вот, здесь высоковольтные. Побольше такие. Ого, держится зажато вот балкон. Откручиваем болт. Снимаем высоковольтную лампу, освободить. О, о, такая-то похитрейшая. Там была просто лампа, это зажатая хомутом, пластиковое основание такое. Лампа называется 6P13S 9001. Так, коробочку. Также вот на экране по мелочи снимем. Ну, на этих полегче снимается. Получается, вот два болта маленьких откручивается, и можно снимать кинескопа эту хрень. О, вот открутили два болта. Хомут сверху таки сбрасывается и оп, снимается у нас с кинескопа катушка легко. В таких вот телевизорах поновее, то там уже все на клею сидит и плотно, то легко так не снимется. Вот, немного я упустил, в этих телевизорах есть небольшие такие вот транзисторы 80-го года красненькие. Их немного по золоту содержится. Ну, их тут сколько? 1, 2, 3, 4 штучки всего. Всего лишь 4. А на том, что мы разбирали, на том, что разбирали предыдущие, транзистора такие отсутствуют. Получается, да, нету. Здесь вместо транзисторов эта платка так вот стояла тоже. А здесь вместо транзисторов непонятно что на этой плате. Наверное, лампа была вот. Я, хотя и там лампа. Короче, не знаю. Телевизор постарше нету транзисторов, а тут вот транзистора еще 4 штучки. Потом их аккуратно снимем. Потому что если гидрат, так ножки остаются. Вымыс внутри с пакетника лампы. Там я не вынимал. Здесь откручивается такая вот штука алюминиевая на резьбе. Там лампа находится. Так как под алюминиевой крышечкой, то они как новенькие. Вот
Лейбик СССР, 80-й год, лампа 6П-23П, и на ней ракетка нарисована. Не знаю, к чему этой ракетке, ну, посмотрим в интернете, что она содержит. Ну, больше такого ничего нету. Трансформатор больше скоммуниздили отсюда, так что дохода всего ноль. Ну, я беру телевизоры больше ради интереса покрутить. Сейчас я их разберу, вот под навес все запрашиваю, мой буду разбирать, сидеть потихоньку. Радиодетали, чтобы пайвор что-то кусывать. Ладно, надо заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите новые видео по телевизорам, по другой радиотехнике буду снимать, если попадется по платах. Всем удачи, до свидания. Thank you.